Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на мировой спортивный календарь 2020 года. Были отложены или отменены практически все спортивные соревнования по всему миру. По масштабу воздействия на спорт пандемия коронавируса стала самым существенным событием со времен Второй мировой войны. Самыми крупными и ожидаемыми спортивными событиями этого года были чемпионат Европы по футболу и летние Олимпийские игры в Токио. Однако обоим этим мероприятиям не суждено было состояться. В итоге они были перенесены на следующий год. В столице Азербайджана было запланировано проведение международных турниров по дзюдо, карате, гимнастике, которые также были перенесены наряду с гран-при Формулы-1 в Баку и, конечно же, матчами Евро-2020 по футболу. 4 игры этого турнира должны были пройти на Бакинском олимпийском стадионе. Коронавирус, к сожалению, негативно повлиял и на спортивную сферу тоже. И учитывая тот факт, что этот год был годом Олимпийских игр, то, как вы знаете, наши спортсмены очень усердно занимались, чтобы получать лицензии и поехать принимать участие на Олимпийских играх. В данный момент Министерство молодежи, спорта, Национальный олимпийский комитет с разными федерациями очень тесно работают. У нас разработана программа, чтобы спортсмены, несмотря на карантинное время, остались в форме. Проводятся онлайн-тренировки, чтобы спортсмены не теряли форму. И когда мы надеемся, что за скорейшее время, когда этот карантинный период закончится, и когда начнутся тренировки и соревнования, наши спортсмены будут в форме. Потеря спортивной формы может сказаться на результатах после возобновления соревнований. Некоторые страны решили не возобновлять турниры. Так, например, уже не продолжится футбольный сезон во Франции. ПСЖ досрочно был признан чемпионом страны. Схожая картина наблюдается и в Нидерландах. Правда, сезон там завершился без объявления чемпиона. В турнирной таблице царило двоевластие Аякса и Азалкмара. Еще неизвестны точные даты возобновления матчей и азербайджанской премьер-лиги. Однако любители спорта по всему миру верят в то, что ситуация нормализуется. Спортсмены вернутся соревноваться на арены, а стадионы вновь соберут болельщиков, которые будут радоваться победам, переживать поражения и просто любить спорт за его красоту, за его зрелищность. Эмин Ахмедов, CBC.